«Жизнь подобна шахматной доске», — сказал Мигель де Сервантес. «Партии разыгрываются по одним и тем же правилам, вне зависимости от масштаба. Даже геополитика — это не что иное, как шахматы планетарных размеров, с одной лишь разницей, что все реже встречается классический эндшпиль, но все чаще происходит цугцванг, когда любое действие или бездействие приводит только к ухудшению ситуации и в итоге к проигрышу». В 2014 году Россия начала свою первую за десятки лет большую партию. Двинула своих пешек в Крым, на Донбасс и еще в несколько областей Украины. А годом позже осмелилась и на первую в истории постсоветской России военную операцию за пределами бывшего СССР, направив войска в Сирию. Эти архаичные, на первый взгляд, ходы Кремля кажутся заранее провальными. Однако, как бы ни старались многие упростить действия Путина до поведения гопника из Питерской подворотни, на самом деле тут все чуточку замудренее. Во время президентских выборов в США в американском сегменте Facebook и Twitter наблюдалась неестественная активность в распространении фейковой информации в пользу одного из кандидатов. Было инициировано федеральное расследование по делу о вмешательстве в выборы. По свидетельству экс-главы ФБР Джеймса Коми, работающая в российском Ольгина фабрика троллей, а также другие структуры под контролем ФСБ и Минобороны РФ с конца лета 2015 года пытались взломать сотни американских организаций. В сентябре 2017-го Facebook сообщил следствию о том, что за последние два года на платформе были размещены тысячи платных объявлений политического содержания, связанных с подставными учетными записями из России. Позже компания Twitter сообщила о выявлении на своей платформе аккаунтов, деятельность которых была связана с попытками РФ вмешаться в президентские выборы в США. Похожее расследование инициировал и британский парламент с целью доказательства влияния России на итоги прошлогоднего референдума по Brexit и июньских выборов в парламент. В связи с этим Марк Цукерберг получил официальный запрос от парламентариев, где содержится требование предоставить информацию о любой финансовой активности, связанных с Россией аккаунтов в период проведения референдума. «Мы очень серьезно относимся к вопросам российского вмешательства в демократические процессы в любой стране», — сказала премьер-министр Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 ноября 2017 года были обнародованы подробности вмешательства России в референдум в Каталонии. Испанские власти обнаружили в Фейсбуке и Твиттере фейковые профили, которые распространяли сообщения, преувеличивающие преимущества отделения автономного региона от Испании. Около половины таких аккаунтов были созданы в России. Глава испанского оборонного ведомства подчеркнула, что Кремль пытается спровоцировать нестабильность в Европе и что долг испанцев придать эту информацию огласке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Москву в применении стратегии информационной войны и дезинформации с целью разделить Запад и нарушить его единство, в том числе в вопросе антироссийских санкций. На эту же цель работают и часть европейских и американских политиков, которых, если поскрести, то под костюмами от Бриони обнаружатся ватники с карманами, полными кремлевских долларов. Такими же методами Кремль действует и в более локальном масштабе. Например, информационное поле Украины каждый день намеренно искривляется, подвергаясь планомерным вбросам с территории России с использованием соцсетей. Также в Украине вполне себе вольготно чувствуют себя замаскированные под украинские новостные интернет-порталы, аффилированные с печально известной ольгинской фабрикой троллей. Тотальная ложь и так называемая зрада разносится по украинским патриотическим пабликам, искажая реальное положение вещей настолько, что даже адекватным людям сложно бывает разобраться, где правда, а где откровенная манипуляция. Цель у этих действий такая же, как и в описанном выше – посеять раздор и расколоть сплоченное общество. Подобные попытки мы и наблюдаем сейчас в Украине. В эту же копилку стоит внести и недружественное в последнее время поведение некоторых соседних стран, власть в которых, если хорошо приглядеться, весело пляшет под оркестр кремлевских балалаечников. Мы видим, что Россия играет сегодня в такие игры, в которых преуспевает больше всего, распространяя ложь по всему миру. Так оказалось, что социальные сети становятся для этого идеальным инструментом. И все это уже больше напоминает сеанс одновременной игры в шахматы на покерном столе, где блеф становится основной тактикой. Но пройдет не так много времени, и в книге по геополитическим шахматам эта глава будет называться следующим образом. Россия начинает и проигрывает.
с подробным описанием того, почему Путин в итоге так и не стал чемпионом мира. Дело в том, что Россия за годы правления Путина не сделала ни одного, даже мизерного шага в направлении прогресса, а всего лишь пользовалась угасающей инерцией советской военной и нефтегазовой мощи. Потуги Кремля последних лет были отчаянной попыткой ворваться в десятку мировых лидеров. Это имело бы смысл в том случае, если бы Россия успешно создавала бы ну хоть что-то стоящее, кроме фейков. Сегодня, после своих проваленных киберопераций, расплатой за которые будут еще более жесткие санкции, пойманная за руку Российская Федерация остается всего лишь унылым, медленно загибающимся киберсовком в положении неотвратимого цугцванга.